Всем привет, друзья! Сегодня у нас в программе Хатсан Флэш. Тот же Хатсан Флэш, калибра 5,5 мм. Что сегодня хотим попробовать? Сегодня хотим попробовать отстрелять его на 50 метров разными пулями, разными весами, то есть разными по фирме пуль, H&N и GSB-шки. Начнем, значит, с H&N-ов, закончим GSB-шками. Посмотрим вообще, то есть, на что он годится, как бы, ну, может быть, мы там в прошлый раз стреляли, видели, да, то есть, кучность. Может быть, какие-то пули смогут дать лучший результат. Надо все пробовать, надо смотреть. Винтовка неплохая, винтовка хорошая. За свои деньги она имеет какой-то свой потенциал. Давайте будем пробовать. Итак, первая пуля у нас H&N Field Target. Массой 1,06 грамма. Будем делать серию из 5 выстрелов. Посмотрим, что из этого получится. Погода у нас сегодня благоприятная. Есть, конечно, небольшой ветер, но он встречный. В прошлый раз был прям жесткий боковой ветер, когда мы стреляли с флешечка. Ну, даже отсюда видно, что результат никуда не годится. Перейдем к следующим пулям. Ну, так, следующая, значит, серия выстрелов у нас будет пуля H&N Sport Silver Point. 1,11 грамма. Скрики-то они не полетели, я думаю, что и здесь они не полетят. Порывы ветра встречные. Вот одна даже мимо мишени. Давайте следующим перейдем. Итак, следующие пули. Барракуда Hunter Extreme H&N. 1,2 грамма. Давайте будем пробовать. Также серию по 5 выстрелов. Давайте переходим к другим. Итак, перешли к другим пулям. H&N Sniper Magnum. Весом 1,16 грамма. На крикете они показали очень даже неплохой результат. Интересно посмотреть, что будет у нас на флеш, на Хатсане флеш. Давайте к следующим переходить. Теперь у нас пуля, значит, H&N Barracuda Hunter. Крикет показал неплохой результат. Посмотрим, что Хатсанчик сделает. Да, тоже неплохой результат. Пули Barracuda Hunter на 50 метров годятся для охоты на птичку. Прям супер. Теперь очередь H&N Barracuda Match. Вес 1,38. Эти пули более-менее нормальный результат на всех 5,5 калибрах делают. Маленько ушла у нас. Скорее даже я увел одну пулю. Могли бы сделать лучший результат. Нет, не я. Она тоже ушла еще. Перейдем к другим. Итак, следующие пули GSB Stratton Jumbo Monster Diablo. 1,645 грамма. 5,5. Скрики-то они у нас не полетели. Попробуем, как они будут лететь у нас с Хатсанчика. Хатсан флеш все-таки маленько помощнее нашего крикета. Возможно, они дадут кучу лучше, чем на крикете. Крикет у нас не разгоняет эти пули нормально. Да, действительно, на флеш эти пули прям, блин, ну классно полетели. Вес у них хороший. Они, может быть, и на сотку полетят хорошо. Нужно будет пробовать. Перейдем к следующему. Итак, следующие пули у нас GSB Exact Jumbo Monster Diablo 1,645 грамм. Примерно похожие, но формочка чуть другая, более тупая форма. На крикете они у нас не полетели. Может быть, полетят на флешке, на хатсанчике. Давайте попробуем. Потому что флеш, он разгоняет пулю посерьезнее, посильнее. Дернул маленечко. Ну и на хатсане флеш они не летят. Пишите в комментариях, у кого с какой винтовки они, ну, действительно полетели эти пули. Потому что на крикете пока пробовали их,
На Хацане флеши пробовали. Не помню, на какой-то еще винтовке пробовал. Они что-то вообще как-то везде плохо летят. Может быть, не знаю, на Егере бы полетели. Давайте следующее. Итак, теперь у нас пули GSP-шки Exact Jumbo Diablo 1,3 грамма. Эти пули летят со всех винтовок хорошо. Ну, не думаю, что со сверхмощных, но со стандартных, как бы, ну, то есть летят прям здорово. Даже вот ветер сейчас прям такой что-то сильно поднялся. Сейчас чуть-чуть. Ну, давайте пробовать стрелять. Видно падение пули, из-за порыва ветра сильного было. Встречный ветер. Пуля легкая. Сейчас ветер вообще стих. Сейчас опять поднимает. Хорошая кучка, но вот только два чуть-чуть отрыва. Перейдем к следующему. Итак, и последняя пуля GSB-шки Exact Jumbo Heavy Diablo 1,175 грамма. Это мои любимые пули. Давайте попробуем их тоже. В прошлый раз мы, в принципе, снимали, но сегодня чуть потише погода и встречный только ветер. Может, лучше получится отснять. Ну, вот такая кучка у нас получилась. Ну все,